Чума против Джейн Ромеро. Ну что же, ребятки, начинаем вас искать. С вами Алекс Плей. Это Dead by Daylight. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Давайте по традиции наберем... Давайте 150 лайков. Да, давай у нас теперь традиция будет не 100 лайков, а 150. Почему бы и нет? Вот. Я вам буду очень сильно признателен и благодарен за это. И будет, конечно же, больше серии. Так. Тут ничего нету. А где же тогда? Где же вы прячетесь? Где? Где же хорошие? Где? Мне кажется, вы все плохие, да, ребят? Вы все плохие. Я вас должен поймать. У каждого из вас плохое прошлое. Кто-то преступник, кто-то бандит, кто-то вор, кто-то маленьких детей обижал. А я добренькая чума, которая вас всех накажет. Да, ребятки. О, боже мой. О, боже, 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 боже мой. Куда же вы спрятались-то? Ну же, выходите. Ау, ау, ау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так-так-так, сказал бедняк. Ау! Где-то здесь, а где-то здесь, а где-то здесь. Ладно. Пойдем искать, пойдем искать, пойдем искать. Пойдем искать, пойдем искать. Все, закончилось действие. Че, 80 секунд уже прошло, разве? Так быстро? Серьезно? Боже мой, как же быстро идет время. Вижу. Так. Почти починили, смотрите. Они почти починили его. Так, 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 так. Надо обливать их. Блевануть на них. Так. Там нормальный. Тут нормальный. Давайте вернемся назад. Там почти завели уже. Так, что, обрызгал? Отлично. Хо-хо-хо. Иди сюда, хорошая. Иди сюда, хорошая. Хорошая, пригожая. Так. Че, два раза попал? Она должна отравиться сейчас, по-любому. Так, два генератора завели. Хрен на тебя. Так, пускай пока от мерзости очищается. Значит, я сейчас все упущу. Так, 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 так. Отлично. Где-то там будет по-любому. Давай, давай, давай. Так, кажется, мы в нее попали. Заработаем очки. Отличненько. Отлично, хорошо. Пойдем дальше искать. Пускай очищается пока что. Так, 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 так. Тут у нас нормально. Надо сразу все контролировать. Отлично. Так, одна раненая, это хорошо. Так, вижу фонтан, пойдем к фонтану. Пора действовать. Пора действовать. Надо контролировать, все контролировать. Мы должны все контролировать. Так, вот она отсюда ушла. Отличненько. Так, где они? Пойдемте посмотрим, что у нас здесь, а? Отличненько.
Куда он побежал? Давай, давай, давай. Блин, не догнал. Надо на опережение. Отлично. Так, есть хороший. Крюк. Крючокчик. Отлично. Может, будешь висеть здесь. Так, где моя... Где, значит, колодец? Вот он. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, 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 так. Отлично. Возвращаемся назад. Так, и где он? Хрен тебе, я заметил тебя. Отлично. Че, я попал в нее, нет? Да где ж ты? Она сейчас мансить от меня будет, да? Окей. Сейчас точно нельзя задерживаться нам. Сюда она вернется по-любому. Блин, боже мой. Где же вы, ребятушки, где? Ну-ка, выходите быстрей. Где же вы, где же вы, где? Так, давайте тут сломаем. И сейчас по кругу будем, наверное, идти. Тут нету. Каждому генератору надо подойти. Отлично, я знаю, где будет. Вижу, 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 вижу. Как бы обогнать? Попали. Отлично. Так, перешагиваем. Аккуратненько. Починили, да, еще один? Ну, нелегко, мне нелегко, мне с вами. Ай-я, а ты? Так, далеко. Выход далеко. Блин, придется спасать ее, ребят. Ладно, пускай спасают. Спасайте, если хотите. Ну, сложно с ними. Когда я играю за маньяком, мне хорошие маны попадаются. Ой, маны какие, блин. Какие, блин, маны. Так. Беги, беги, беги. Беги, беги, беги. Так, ну и где ты? Так, я вижу еще одну. Пошел спасать. Пошел спасать. Давай, я тебя видел. Вон они. Кстати, вот тут люк. Сейчас ее вылечит. Где-то здесь бегали. Громче ори! Сейчас буду издеваться над тобой. Где ты? Боже мой, ты что, зависла, что ли?
Ари! What the fuck? Что с ней случилось? Вот она. Я думал, что с тобой не так. Так, последний удар у нее будет или нет? Отлично. Пускай сопротивляется. Мы тебя отпустим. У тебя будут хорошие шансы. А пока поищем других. Че, будут они ее спасать, нет? Я думаю, они будут спасать, почему-то нет. Так. А, это целая бежит, вон. Вижу еще одну. Так, ну эти мне не интересны. Он специально отвлекает. Просто смотался через черный ход. Молодец. Одна вообще отсоединилась. Просто взяла и отсоединилась. Что там делаешь? Что ты тут делаешь? Ливанул тебя напоследок. Ари! Ну ари же! Ари, давай, громче ари! Громче ари, да! У тебя последний удар есть, да? Сейчас вырвется, по-любому. Она все рассчитала, она вырвется. Какая ж ты, блин. Вот так ты будешь висеть. Нечего над маньяками издеваться. Хейтерша, да? Ты хейтерша или кто ты? Кто ты? А вот нечего будет издеваться. Да выпендривалась. Ха-ха-ха. Значит, один выключился, а другого мы забрали. Вот бесит, когда выключаются. Просто взял и вышел. Плохо с ее стороны было. Так, комментарии мы не читаем, потому что я не люблю читать комментарии, вот, которые сейчас тут пишут. Потому что после игры, блин, кулаками не машут. Ну и что мы там заработали? А, неплохо, 15 тысяч, да? Очень хорошо. Да почему мне ничего не дали? Где прогресс ранга? Злобный. Ладно. Левел поднимаем. Отлично. Ну, в общем, как-то так. Ну что ж, Джейн Ромеро, ты должна выжить и постараться всех спасти. Ты хорошая актриса. Кричи громче, когда тебя ловят. Проси о пощаде. Умоляй, может быть, тебе поверят и отпустят тебя. Ладно, я даже знаю, давайте не будем брать набор инструментов. Оставим с собой аптечку. Хотя можем там что-то более интересное найти. Можно будет вниз спуститься. Я даже не знаю. Ой. Знаете, я, наверное, до конца не буду заводить генератор. Ну, лучше посмотрим, что у нас там. Я совсем немножечко оставлю. Потом дочиним. Я думаю, это будет хорошая идея. Но если маньяк будет рядом, можно, в принципе, дочинить до конца. Посмотрим. Будет видно. Еще. Так, внизу еще есть один. Фонарик. Ну, в принципе, давайте пока возьмем фонарик. Фонарик нам пригодится. Отлично. Один починили. О-о-о-о. Все у нас хорошо. И все идет по плану. Да, у нас все идет по плану. 150.
Интересно, он сюда спустится? Это же не знаю. Пойдет туда, нет? Я думаю, туда сейчас пойдет. Он прям над мной, надо мной где-то. Опасно, рискую. Тут рядом крюки. И отсюда мне хрен кто спасет. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, я думаю, фонарики в любом случае оставлю. Ну, по крайней мере, мы будем знать, что там такое, правильно? Я думаю, очень даже правильно. Так, 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 так. Надо пошариться. Отлично. Инженерный набор. Поймал, да, одну? Половинка осталась. Далековато. Он не успеет дойти. В любом случае, мы его отвлекем, и кто-нибудь спасет его. Я надеюсь. Вот единственное, интересно, он кемпер или нет. Если кемпер, он там и будет тусоваться. Наша задача будет только чинить генераторы сейчас. Еще я мышку не настраивал на гиперчувствительность, потому что мне это не нравится. Я люблю, когда у меня мышка чувствительная. Так. Что, у меня там 6 секунд есть, чтобы убежать. Все, теперь хватит. Я за собой следы не оставляю. Будут ее спасать? Блин. Ах ты ж. Двоих рядом подвешал. Подвесил. А я далеко. Последний генератор остался. Опасно. Второго будет спасать? Фига себе, какая... Какая скала. Подвесил. Ах ты, блин, а вот это... Ну как так, блин? Боже мой, ну как можно было попасться в капкан? Охренеть. Просто охренеть. У меня еще фонарик есть. Боже мой, вот это неудача так неудача. Нет, меня он явно не будет спасать. Ее уже спасли, блин, лучше бы она меня спасла. Хотя нахрен я нужен кому, да? Бегите, бросьте меня тут сдыхать. Все нормально. Но, да, я не очень хорошая актриса, надо было симулировать, кричать. Помогите, помогите, спасите, мне нужна ваша помощь. Так. Да нахрен я нужна, действительно. Ну, пожалуйста. Ну же, ребята. А, нахрена я пошел их спасать, блин? Жестко. Тихо. Сейчас уже очень плохо. Не решается, не решается, смотрите. Давай. Пошел я нафиг, гребаный Алексплей. Мы тебя пошел ты в жопу, ты гребаный придурок. Мы ненавидим тебя, мы твои хейтеры. Мы тебя не будем спасать, сдохни. Тварина тупая, Алексплей, ненавидим тебя. Гнида поганая. У тебя есть, как тебя зовут, Джейн Ромеро, поэтому мы тебя ненавидим. Мы Джейн Ромеро никогда не спасаем.
Сдохни в одиночестве. Ребят, ну зачем вы так со мной? Зачем? Вот знал же, что не стоит их спасать. Знал. У меня был фонарик. Я был готов пожертвовать своей жизнью. Как-то так. Ребят, ну, я только надеюсь на вас, на ваши лайки и комментарии. Тогда будет больше серий. Ну что, 150 наберем лайков. И выходит новая серия. Всем пока-пока.